Так, я только макрос. Пускай будет, нечего стоять. Быстренько завнешимся. Грит у меня появился, добавим тоже. Отлично. Если что, Акума будет тончить свет у нас. Муравин, тьма. Ореш, анхолик вроде как. ВВ во тьме, БДК, ДД вроде так. Подождите, не агрите следующую пачку. Куда вы пошли, там танков нету. Не агрите, кто там пошел? Так протопал тут. Так, ну выдернуть некому. Сейчас этих двоих сольем, потом выдернем. Агри, конопья выдерну. Ну вот, отлично. Давай, я врываюсь. Можешь уже тянуть. Идите хильди их, а то сейчас они там помрут. Вы бейте командира, а не, блядь, мой трэш, вот этот муравинт. Гусь, где бей этого? Муравинт танк. Муравинт тоже танк. А, я извиняюсь, приношу свои извинения. Ну, просто есть такие уникалы, когда еще не набрал огрома, он рвется в трэш, потом дохнут. Ну зато сдохнешь, лежишь, и можно трэш не бить нормально. Пацаны, может, приведете еще одну пачку? Есть тут два танка свободных, чтобы дернуть и привезти, один надо. Или один танк, один мили какой-то. Там БДК какой-то есть свободный. Я дерну, идите, агрите. Вторую пачку. Что, пацаны, подрубай ресочку? Да, подрубай. Есть там один танк, алло? Или кто-то мили? Да есть, агрите пачку только. Я дерну командира отдельно. Да. А, ну все, Муравин, дергай командира, короче. Побуди этого командира, не бейте, идите трэш, сведите. Сейчас раздадим, только сначала сведите. Сведите трэш. Стойте, дайте приведу, блядь, они сразу долбят. Бестмод, фикнись, медведя тоже помоги там. Все, можете. Все, давайте рост. Только перед мордой не стойте, а то вас заклеивает. Там кто упали, берите, резайтесь. Рамзес. Я подругаю. Туда еще к этому к болтару заберите три моба. Сначала это слейте. Роман Тарджеми, ты тут? Да, чего? Ты футболку переодел? А там нужно каждый раз новую? Не, пока стой. Стрим вырубил? Ну да. Не слышишь, ты там, чтобы стрим был интересней, прочитай каких-то шуток сейчас в интернете. Ты же уже запустил? Да. Эх, Рома, был человеком, а стал стримерастом. Я был натуралом. Рома, это был камень твой огород, блин. Смотри там. Я справлюсь с этим. Я готов. Он просто мувики Войда смотрел, вырос мне. Зайдите кто-то на трансляцию, напишите что-то в комментариях, пожалуйста. И мы с Джейми когда-то играли, еще когда ты даже леща не видел, наверное, нет, Джейми? Конечно, да вы со мной одного возраста, да чего угодите. Давно ты, но Джейми, Войда еще не было и в помине, когда я уже брал Калифорникей в рейды шамана. Короче, поспамьте, смотри. В чат ссылкой, я зайду за Альянс пока, поспамлю там. Рома, смотри, прорекламировал админов этого сервера, дали 300 минут за мат, и потом 5к написал за петуша. 5к минут дали. Бан, мута. Нормально, нет? А ты прорекламировал их как? Сказал, смотрите, наши админы петуши. Валера, привет, Валера. Видишь, что ты подписался? Петуши. Я написал, эй, петуш, тот, который...
Что-то Ваня нету этого приглашения. Барка. Тут Валера у нас на Рексис на стриме, пацаны. Давайте, не косячьте с тактикой, пожалуйста. А у вас full рейд у вас, нет? Ну так-то да. У нас, короче, Андрей сейчас в гильдии 45 человек онлайн. Да я видел, было 50. Да просто обидно. Ладно, 300 минут за мат, за то, что сказал ебашу. 300 минут за вот это слово нехорошее, да, матерное. А потом 5 минут за то, что написал, эй, чепуш, который дал 300 минут. Да ты видел, короче, когда-то у меня, меня забанили 19 арков. Просто за то, что у меня с города, понял, один как бы был провайдер, и тип с моего города кидал людишек, понял. Они взяли, дали бан. Ваня, смотри мне, за что мне дали 300 минут, 5000 минут. Присылайте, я написал, какая-то мерзота дала мут на 300 минут за мат. И мне 5к прилетело за оскорбление администрации. Ебать, прицел, это ты, что ли? Фокус ТДЦ. Да. Здорово. С каких пор вот эти хуесосы, которые, извиняюсь за мат, Рома, надеюсь, ты не стримишь еще, которые типа чат скалируют наш? Да, это стол. Так, ладно, по бафам Каппа-прот, экстрим каски, молодец, кулаки, войт МП5. Там Фридом, а сами разбирайтесь. Джаги тоже. Дайте бафы какие-то. Дайте стол в маги. Ваня, смотри, я кинул заявку, прими ты, что-то у меня не вылезает этого. Чтоб я мог хоть переходить там. Дайте столик, кстати, ну. Мужики, поспамьте там в волчате ордынском, что... Ну, стрим идет. А вам сейчас второй раз, когда я последний. Давайте начинать. Пуляйте там танки. Тихо, тихо, столик. Прицел, да насрать. Начинайте кто-то танки. Олег, прими за... А, во. Что это было? Прицел. Да, да, да. А чё ты, где ты пропадал? Давно тебя не было видно. Да я работаю, блядь. Вот приехал с Лавки, так, по выходной. Зашел в игру. Как мне кто-то говорит, что ты на X5 вообще пытаешь? Да, я на X5, я тоже не был месяц уже. Так зайду, бывает, раз, и все. Лускина, попроси своих друзей зайти на трансляцию. У тебя ж много друзей, там девочки пусть заходят. Мы будем шутки посвящать. Не может без девочек, не? Мы будем шутки посвящать. Лудом тупым. Здорово, ты спасибо, Сань. Так, ломончик упает. У нас вообще-то трай-босс идет. Мы уже в РС. Рейд фуловый. Серьезное мероприятие. Ты тоже не в рейде, да, Киро? Я в рейде. Пойду тебе. Мне дали мут 3. Потом люди удивляются, почему им врагам он дает. Так мне дали в волчате 3 дня и 12 часов. Эй, диджей. Я раз на альянсе пока просто пишу в чате, меня тут оскорбляют, короче. Поняли, альянс гораздо агрессивнее, чем орда. В орде пишут, пацаны, о, прикольно, я сейчас зайду, посмотрю. В альянсе типы просто меня опустили. Просто. Да, что пишут? Как будто я не знаю, куда попал. Пишут, что ты меня натурал. Меня тип личку залошил, что они 7 РС их за КД убивают без вайпов. Дёрнули, слышите, спекните третьего танка, мне нужно отойти, тёща приехала. Видите, какой-то танк третий? А, экстримка, спекни с танка. Да, Моровин первую, Акма вторую копию, экстримка это третью копию потанчит. Рома, у тебя есть салик в топ-гильдии какой-нибудь знакомый, РЛ или ГМ может? Гоу чара по одному скинем, будем с ними ходить. Раз в неделю хотя бы. РТ. Да какой РТ? Я раз в неделю сюда хотя бы приходил. Давайте вон, готовить да? Там, начинайте кто-то танки. Пулить. Стой, экстримки надо спекнуть. А уже спекнулась. Нет. Надо ворка сейчас кто-то из драйва говорит или я неправильно слышу? Ну ладно, так кто там Акма, две копии потанчишь, чисто не будешь ходить, не будешь стоять, только ходить будешь. Та хилый, смотрите, он будет ходить, чтобы от вас далеко не отошел. Пацан, тут КД, я с КД не пойду.
Ром, пойдем в рейд, у меня без КД, только там еще нужно 23 человека. Киньте частицу на Акма, будете его хорошо хилить, там будет на Акма. Акма, когда вторая копия будет появляться, перед тем как незыблемость отдашь, там прожмешься хорошо. Танки можете уже прожиматься. Да там Акма двоих потанчит, так хильте хорошо, он будет ходить, не будет стоять. Давайте хильте хорошо, Акма там зубы можете ему дать. Что там фокус? Холиприст может дух дать. Бля, куда он отходит? Но он две копии танчит. Спасибо. Ты мне не дал. Спас жизнь. Бля, ну он так далеко отходит, что прям пиздец, как за ним бегать приходится. Экстримка на этого тоже спекнись еще. Да потому что там стояли сбоку хилы, чтобы их не срезало, и я не пошел в центр. Да, я понял. Но до сих пор оно не подвергалось. Я просто подбегаю волну, кидаю, уже не могу хилить. Подбегаю волну, кидаю, не могу хилить. Мы наоборот отбегаем. Дайте фласку кто-нибудь. Есть фласка? Господа, пожалуйста, ой, дай фласку. Кушайте рыбу, он поставили. Спасибо. Там канал не сагрит Халиона, когда он появится? Не, у нас сбоку стоит, я смотрел уже. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарит. Так, ну давайте его там моронить начинай. Не, это ты еврей, фокус. Да не. 200 золота, дохуя что-то, братан. Надо подешевле. Пусть Акму танчит. Ну или Акму пусть танчит. Рисия, дай фласку, у тебя же есть фласки. Я цену обозначил, ты хочешь, бери, хочешь. Хочешь, я тебе ПС-ку кину? Нахуя она мне, я и так помалить сажусь на первой фазе, блять. Гимн на ману хочешь спою? Тебе и так его придется петь. Бля, ну надо же какой-то выход найти из положения. Я дам после босса, дашь обмен. Спасибо большое. Халиона? Рисия, скажи, спасибо, карман не нальешь, не насыпешь, не положишь. Да не, я не настолько меркантильный. Вот сразу же видел. Рисия вообще не меркантильный, он 500 рублей мне подарил и сказал, что это анон. А потом, правда, признался, что это не анон, а он был. Я в прошлом рейде искал себе богатого друга, который фласки мне будет давать в рейдах. Если бы что было там, что-то алкогольное задонать, один бы, наверное, тебе уже задонатил. Рися мне налилась тебе. Не, я просто кинул, типа, ну, блядь, типа, начинающий канал, там, на стриме не будет. Я же ему написал, так и давай паёк. Да, и они канон у тебя по какой-то причине. Я не подписался, я, видимо, нажал на эту хуйню, типа, получается, твои эти подписки, хуиски, чё тут. Кинь еще раз. Так, ладно, пишите пока в РК-то на Квеспек кролит, куда ИП получает атаки. Ой, сейчас хочу найти, а вон шум. Всегда во тьме будет, там Freedom, и сами разбирайтесь, экстрим, как броня, молодец, средоточие. Один Джага Света, второй на ману будет кидать хилы. Нубахил Свету, с Войдом хилит, остальные все во тьме. Во тьме фокус, диспейлит Свету. Давай пистолу мне, пускай Нубахил Тьму хилит. Ну ладно, пистола Свет, Нубахил Тьма, Свету, Апис по диспейлит на третьей фазе. А где я играю, я проебал, Ваня. Так, кто там, ты говорил, будет Тьму танчить, как мама будет? Акма Свет, Моровин Тьма. А, да, Моровин, начинаешь первый, заходишь во тьму, Акма Галема, который в фазе Халёна, и Галема будет танчить. Ваня. Мелкий трэш на... Шо? А где я играю? Я прослушаю. Ты кто? Так во тьме, ты ж хил. Да, хорошо. А, мелкий трэш на капу на пулевой, Джей на пистолу, Бестмод на нуба хила, и Апис, наверное, тоже на нуба хила зальёшь. На второй фазе, когда выйдем,
Присты через взрыв играйте. Четвертая пати, кроме демона, остается, кого-то тоже будешь, когда все зайдут, через взрыв играть. Можете там пока отойти, там капа покажет, ему теща приехала, минут 5, отойдите. Все, не отходите. Отходи аккуратно. Закрывай кому. Посмотри, Джей Нубахилу. Как я там говорил? Апис и Джейн Нубахилу, Бессмот Пистори, по-моему. Слушай, Вань, я там ничего не диспелил, я прослушал. Не, ничего. Джейн, ага. Я, короче, телочек позвал на сцену. Спасибо, спасибо, Фокус. Только что-то один зритель всего добавился, я не знаю, ты можешь позвать? Не, сейчас конкретно позвать. Сейчас я только что просто ссылку скинул. Вот, уже 3 прибавилось. Привет, привет всем, ребята. Подпишитесь, пожалуйста, на Twitch канал. YouTube канал называется абсолютно так же, можете на него зайти, тоже подписаться, это мне поможет. И лайки не, поставьте. Они на самом деле зашли на меня посмотреть. Все готовы, заходите за линию муравин, стойте, что такое? Я одену этот, треньку свик. Это я еще хотел сказать такое, это... Уточнить. Помните, как был случай с ангелом? Муравейник, начинай. Даже, может быть, он это с коня слезет, чтобы на нас не попёрли. Не, нормально, ничего. Первый метеор к хвосту выносим, через хвост возвращаемся. ВВ. Первую фазу тоже диспелит? Не, первую пусть хилу диспелит. Так, бежим, падает. Говорите, если вдруг на мне метка, могу просплакать. ДБ монета. А почему его нету? Он же есть. Беги, малышка, беги! Так, следующий метку хвосту, через хвост возвращайтесь. Вары, вы видите, нет? КП лечите. Перед заходом во тьму тоже на ХП крит. Так, смотрим, лужа. Лужа вреет. Так, давайте играем по мелкому трэшу. Капа, выноси. Морозьте, трэш, морозьте. Так, РДД можете... Больших побить, ДК не заходи сразу. Играйте пока по мелкому трэшу, РД больших, мелики, маленьких. ДК стой. Лужа пропадет, зайдешь. Дотайте пока больших. Давай, ДК, можешь заходить. Заходи. Так, заходите. Охламочек, леса, экстрим. Охламочек, экстрим. Ладно, зашел. Хитрите, Акма. Авин, танчик, шурань. Нет, тут у нас. А чё демон остался? Интоксикация, капи зашел вроде ж. Наоборот. Скажите, когда зайти можно будет. Заходи. Следующую метку ближе к морде выносите, только не в лезвие. Чё бы, кто кого бы эрей? Арей, ты тут? Арей. Да, да, я тупо затыкал, сори. Ну, посмотр, тогда Ария снёшь Рома экстримку, и там после портала даже лежать рядом, по центру. Миндер с им хилом заливайте. Молодец, следующий фридом твой. Рома, выноси. Посмотр экстримку, Джей, Ария. Сколько процентов? 56. Давайте, после метки, после лезвия будем выходить, что ТПС вообще мало. Еще два. И сейчас смотрим, сейчас мы же будем сейчас сразу выходить. Давайте, выходим свет назад, пока там 3 секунды есть, выходите. Резать типавших.
Росвету. Так, охламочек оресните, там кто не резал, или Рома, или кто там, охламочек оресните. Дашкин, выноси. Скажите, как-то зайти. Так, смотрим, сейчас будет метеорит. Бежим, дайте там каску лапу приставал, скажите, когда во тьму зайти можно будет. Так, смотрим, не надо. Смотрим, лужа вреет. Рост во тьме дайте. Давайте, рост во тьме, свет только трэш бьем. РД больших, мерите маленьких. Заходите там во тьму. Так, играем в Халёна, свет. Бежим. Так, свет, стоп, ДПС. Только по трэшу. Свет только по трэшу. Смотрим лужи. Лужи нормально. Дашкин, выноси, только по трэшу играем. Давайте тихолёвый набьем два мира, как обычно. Так, на перебежке протопал капли на БДК дашь. Окей. Бежим. Лужа вреет. Фокус-то геймпел уже, нет? Нет. Слезы споешь. Дайте хильки капу. Прожмися. Хильки капу, прожмися. РД больших, мерики маленьких. Тьма, стопайте. Тьма, не бьем Халёна. Рома, давай. Ну там... Так, выноси лужу. Играем по Халёну, свет. Добейте большого. Большому смешно. Тьма, играйте тоже. Ману что-то делайте, там гимн. Так, квота, гимн Аману после перебежки, после лужи. Смотрим лужа. Лужа вреет. Давай гимн. Поставил. Ой, дай каплю. Свет не бьем, только трэш. РД больших, мерики маленьких. Сыграем, как обычно. РД, помогите большого добить. Тихолёна бьем. Бежим. Что у нас берса сейчас будет, мне кажется. Не, еще минута. Так, не бьем. Так, тьма стопайте. Капа выноси. Слышь, напуливаем. Давайте. Играйте большие и маленькие. Тьма бейте, как обычно. Давайте, свет только трэш пока бьем. Ждем 60, будем добивать. Так, все, даем бурсты, играем по Халёну. Добиваем. Два мира. Мелких не бейте. Смотрим, бежим. Трэш напуливаем и только Халёна добивайте. Давайте, только Халёна бейте, трэш напулим и добивайте Халёна. Там совы не врывайте сразу. Несите метку. Акма, прожмися, диспельте. А Юр, ты будешь выносить или нет? Диспельте, я вынес. Давайте, Халёна добивайте, там чуть осталось. Выносите, просто бейте, добивайте его. Паладин, готовьте бабл, добивайте Халёна, ничего не выносите. Никуда не перебегайте, просто бейте. Ох, есть. Ебать, смотри, я же не я. Сейчас быстренько вторую соберем. Вторую сейчас быстро. Дамаг что-то, конечно, был жесть маленький в этом рейде. Там упали люди. Орешь весь бой лежал. Не успел, короче, вначале Ахламана захилить. Хилил танка и только начал кастовать в него волну, и сразу он упал в метки. Тапки роли. Сорян, Валера.
жесткий трай, пацаны. Все задокументировано. 22 зрителя. Там лайки никто не поставил, я расстраиваюсь. На мейн? Да, на мейн я писал на мейн. Чайми, это просто я пожал. Хочешь я тебя позову, короче? Лампу позвал, в ЦЛК было 30 плюс все время. Ну там 28 и выше. А сейчас что-то, ну, 22, я не знаю, как-то неактуально. Джейми. А не нужны тебе? Чего? Да, я писал. Че, позвать еще, короче? Ну, надо было их раньше звать, мы же уже убили. Так, еще сейчас позову. Давай, зови, давай. Еще кто-то ушел. Так, молодец, молодец. Я-то там капу не кикай, слышишь? Капу не кикай, я перезахожу на другого персонажа, капу не кикай. Да, тебя очень, кстати, подписались, если че. Ну, я два человека подписались за этот рейд. А, да, спасибо. Бесплатно только. Спасибо, Фокус. Проси их еще всех остальных подписываться. Хорошо. Че, кто? У кого Apex есть? С кем мы пойдем в Apex катать? Какой Apex? Я захожу на кота. Или ты не пойдешь? Не, не сейчас. Потом. Вот типа, когда рейдов не будет. Давай ИП захожу. Когда зайдете, все скажете. Двадцать шесть минут резко, так что давайте вторую также. Ой, там приста моего не кикай. И кстати, вот в этом рейде именно, блин, протопалом было нечего делать. На пол хороший, блин, вообще не напрягался, блин. На ИП. Дай пати на ЕП, бусенька. Что, можно накидывать там, не? Ну да, Ваня, да. Мегарол не дали, да? Кстати, Акма, слышишь, ты тапки-то уже присвоил? Я забыл, что я на ретре король, они мне нужны, эти тапки. Мы как-то разберемся с тобой или нет? Так, классик, и я с ним поговорю. Если престол меня в следующий рейд возьмешь, тогда отдам. Да я возьму, я знаю. И фулл ГП. Тихо, я знаю, что фулл ГП. Да, это фулл ГП. Я хоть выше был тебя или нет, посмотрите. А сколько у тебя приора? У меня было 20 с мелочью. Сейчас я тебе отниму 351, посмотрим, сколько. Войда почти 40. Да, это был выше. Ой, два за фуриком, кстати, возьми-ка в рейд. Я возьму, а то он подождите, не сейчас я накину рейд, начну собирать, не торопите. А, я лечу в Долоран, иди там на эту площадку полетника. Ты все что не можешь сделать? Я подается, мне под РСК. Чуваки, не забудьте, кто ну, тут в РК и на Твиче подрублен к стриму. Люди заходят, слышишь? На честные люди не пей, пускай заходят. На Ютубе канал также называется, подпишитесь, пожалуйста, Калифорники, на Ютуб тоже. Каналом, собрал за один вечер просмотров больше, чем Войд за всю жизнь на своих каналах. Это... Раунд. Есть портал? Да, сейчас портал, подожди, уже просто на приста зашел. Джейми, ну если честно, я говорил Войду, что я бы лучше посмотрел гей-порно, чем его мувики. Не, у Войда меня прикалывает мувик, когда посланника делали. Там музло еще четкое такое прям подобрал. Есть да. Что интересное. Славик, ты не обижайся на меня, я жду, что ты меня прорекламируешь на своем канале божественном. Ты лоб, а то ты сейчас. Там у меня 30 подписчиков шахматы смотрят, 30 подписчиков Rise of Legends, блядь. 30 подписчиков? Это ты накрутил своих аккаунтов насоздавал столько? Просто я заходил и смотрел, что у тебя там на видосах по 4 просмотра, по 7, короче. Вы собирать будете? Сейчас подожди, когда можно ИП начать? Тут, скажите. А тут будет сегодня ИП вообще? Я ради чего в рейды хожу? Я только ради шмота хожу, и стримы только ради доната включаю. А тут ни ИП, ни донатов. Вы чё, сука? Так все зашли на ИП, я не знаю. Повезло тебе, у меня как раз суки-то лежали, не поставил еще. Чё, накидывать там, нет? Тип мне сначала денег реальных отдал, теперь 10 голды отдает. Понял, конечно, 34, сука. Стоп, я кидаю, у меня сотка. Блин, я не в рейде.